короче, сегодня пришла врач-педиатр, слушайте, просто ни в маске, ни в перчатках, на руках непонятные браслеты, какие-то часы, руки помыла, на обувь бахилы свои обула. Короче, я вам сегодня расскажу, в прямой эфир выйду, я вообще такого не видела. Вот что значит, когда ты вот рожаешь, да, в нормальном заведении, и когда просто вот не есть чем сравнить. Вот просто мне вот настолько вот до слез. Вот как человек приходит в чужую семью, к ребенку, ты профессионал. У тебя ни халата, ни перчаток, даже маски нет.